Ключ на старт. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Опа. Вот и хорошо. Вот. И там, значит, еще одна фигурка такая, значит, такая замысловатая вертушка, бунчук там, ну, все такое прочее. Значит, три фигуры. Вот. На этом низовой фейерверк кончается. Начинается фейерверк среднего уровня. Ленинградская область. Экспериментальная база технологического университета. Начальник Приморского отделения СКТБ-технолог, профессор Александр Афанасьев. Ну и естественно, значит, если мы будем заботиться об этой окружающей среде, то мы сохраним эту природу, ландшафты для будущих поколений. Сосна, кстати, растет очень медленно, очень медленно. Значит, по крайней мере, если человек живет среди леса, он даже на протяжении десятков лет на глаз не может определить, насколько выросла сосна. На вырубках обычно вырастает береза, ольха, а потом, значит, на этом месте появляются хвойные породы, ель, сосна. И таким образом круговорот жизни продолжается. С 1946 года здесь гремели взрывы. Чем больше мин, снарядов, бомб, тем крепче мир. Прошло время, и рядом с ручьем, крутившим когда-то жернова старой финской мельницы, идут испытания установки по снаряжению боеприпасов, отслуживших свой срок. Тонну в смену. А запасы на настоящее время только по одной Ленинградской области могут оцениваться на настоящий момент в порядка 150-160 тысяч тонн. Ну а для сравнения это 7-8 Хиросим, если уж на то пошло. Во все времена и на всех войнах боеприпасов не хватало. 1941 год. Прямо из цеха везли снаряды на передовую. Для победы их требовалось все больше и больше. Войны заканчивались, а оружие производили. Про запас. Ну, так сложилось, что сохранились даже те боеприпасы, которые, казалось бы, не должны были сохраниться. Даже с времен Первой мировой войны какое-то количество боеприпасов есть, с времен минувшей войны. И новые боеприпасы, относительно новые, которые появились уже после войны, поскольку расход их, естественно, был незначительный, они постепенно накопились. Потом римские свечи большего калибра, они более эффектные. Вон они стоят. Вот. Они будут поддерживаться вот изделиями калибра 60 мм. Вон там, видите, стоят. Но это уже высота будет порядка от 60, где-то уровень 50-60-70 метров. Это выше деревьев. Выше деревьев, то есть точка съемки там должна быть. Холодная война – изобретение уходящего века. В наследство от нее мы получили сотни тысяч тонн устаревших боеприпасов. К огромному количеству уже имеющихся добавились мины и снаряды из Прибалтики и Восточной Германии.
Боеприпасы можно и нужно расснаряжать. Дело это дорогое, и больших прибылей в ближайшее время не сулит. А есть ли время? И кто даст гарантию, что не произойдет катастрофа? Гарантийный срок уже вышел. И не помогут средства, полученные от производства двигателей детских космических ракет и праздничных фейерверков. Взрывать эти боеприпасы – это самый примитивный и, в общем, полупреступный способ, потому что, в качестве примера можно такой привести, простой пример. При взрыве 1 килограмма тротила образуется с выбросом в атмосферу, естественно, примерно 300 литров ядовитых газов, продуктов взрыва. Значит, при этом теряется металл, то есть металлическая оболочка. Ее нужно возвращать на переплавку с тем, чтобы использовать для других целей. Тот же самый тротил, который мы взрываем, будучи извлеченным из оболочек боеприпасов, он может перерабатываться с успехом в те же красители. Технологии такие разработаны, достаточно эффективны. Опытная мобильная установка, разработанная специалистами конструкторского бюро «Технолог», может перерабатывать тонну боеприпасов в смену, безотходно, экологически чисто. Нет денег на внедрение. Новая установка будет еще лучше, производительнее. Государство, в свое время щедро оплатившее производство боеприпасов, молчит. Остается только надеяться, что специалисты, профессионалы, просто симпатичные люди не уйдут к шахтерам на рельсы дожидаться зарплаты или в шоу-бизнес развивать традиции древнего пиротехнического искусства. И, наконец, вот там у нас стоит маркиры. Ну, их переставим сюда по центру. Это разнообразное изделие калибра 3 дюйма, да? Некрасиво очень, разнообразно. Эффект цвета дает. Вот. Дело в том, что гарантийный срок хранения самых безопасных с точки зрения хранения боеприпасов тротиловых, снаряженных одним тротилом, по ГОСТу, по нормативам, составляет 30 лет. Всего 30 лет. Но сейчас на всех хранилищах содержится боеприпасы, изготовленные в 45-м и ранее годах. А если говорить о военно-морских боеприпасах, то там даты хранения считаются с 13-го, с 12-го года. Мы не знаем, что нас ждет в 21 веке. Человеку свойственно, что он ждет Новый год, и все будет манное небесное сыпаться. Это потом проходит этот год, и выясняется, что это не совсем так. Я думаю, что это и с 21 веком так же. Впереди еще нас ждет много испытаний. Все возможно. Даже не можем мы сейчас предугадать, откуда нам ждать подарки судьбы. И какие это будут подарки. Мама детская, мама,
администрация города, Комитет по охране окружающей среды представляют с 23 по 29 сентября в Санкт-Петербурге «Неделя окружающей среды-2020».